Всем привет, с вами мистер Миха, это... Сейчас скажу, это у нас 12-я серия прохождения растений против зомби. Кто-то скажет, что я прошел. Да, я Adventure прошел, но есть еще вот эта функция. Quick Play, пазл. Пройдем пазл, я зомби. Ну что ж, давайте начинать. Так, тут нам предстоит играть за зомби. Так, ставим зомбаря сюда, и он идет. Так, ставим этого. Надо было нам солнышко. Ну, тут спасибо. Да, тут ледяные грохотки. Сюда зомбаря с ведром поставим. Так. Так, тут уже съел. Так, отлично. Видим. Все, давайте, чтобы дело пришлось побыстрее. Поставим сюда футболист. Да, тут почему-то зомби после того, как они сожрали мозги, они исчезают. В отличие от компьютерных растений против зомби. Ну или это растение против зомби я в Playmon Market качал, поэтому... Так. И оно дает нам сокровища. Я, если честно, хочу насобирать на дополнительные... Как я там? В смысле? Ладно, давайте побьем вазы. Так. Убить его. Так, вначале вот это. Так. Так. Крутичок, все. Мы выиграли. Тут просто монетки даются. Отлично. Так. Так, нам надо... А, это типа выживалки. Но в таком случае нам надо сажать много хороших целей.
Ладно. Ага. Все, старт. Полетели. Горошинки. Да, другая мера выживания. Я не могу только так пройти. Эффективно. Если бы еще туда дерево факел всадить, то было бы вообще замечательно. Так. Так, это как горохометы. Да, горошеватели — это хорошие растения, стреляемся. Так, последняя волна. Стоять! Так. Продолжим. Сейчас центр. Так, нам надо продержаться 5 волн. Так. Так, летят горошины. Не, я думаю, в принципе, что мы выиграем. Так. Так, теперь. Продолжим. О, зомбари с ведром идут. Так.
Только попробуй сожрать мои растения. Так. Так. Все, продолжим. Все, никто через нас теперь не пройдет. Вот, видите, какие мощные горошины. Если особенно горошины, то ли в три ряда еще дерево факел посадить, то будет вообще очень мощные. Деревья. Использовать. Ну, еще деревья можно для освещения использовать, но фонари лучше. А самое лучшее это вот этот пропеллер. Чтоб туман развеивать или знать, где кто из зомбарей. Можно, конечно, на фонарь тыкву посадить. Так, музыка есть. Так, отлично, давайте. Они со всех рядов будут идти. Так, минус зомбарь с флагом. Видите, как эффективно мы. Так. Ну, я бы еще бы обсадила тот ряд. Да, как раз надо. Все, мы еще обсадили эту штуку. Картофелями. Вот поначалу эти зомби с шестом проблемные. Так, ладно, продолжаем. Еще немного, и он бы добежал бы до картофеля. А тот точно добежит. Да не, не грызнуть даже не успел. Так, зомби-футболисты, вы мне не преграда. Финальная волна зомби. Так. И получаем еще один алмазик к себе. Так. Это мы прошли. Сурвиаль. Дэй. Так.
Мини-игры. Так, зомботан это тяжелый уровень. Но у меня есть вот этот арбуз. Картофель, подсолонух. Так, ну, наверное, вишню возьму. Обязательно это беру. Еще я бы взял бы... Кого бы еще взять? Ну, не знаю. Давайте так, халапеньо. Так, мина у нас, я вижу, тут не поможет. Жаль. Даже не знаю, кого взять. У меня осталось собрать 5 растений. Так. Так, радосик, ладно, шучу. Возможно, что-то сможем купить. Ага. Вот ледяной арбуз это еще лучше, чем простой арбуз. Так, проходим зомботан. Уровень с зомби-растениями. Так. Так. Получи. Так, орех сюда. Орех, задержи их. О, нет. Так, бомбу выпускаем вишневую. Опять их. Можете отстать? Все. Отлично. Они убили мой подсолнух.
Так. Так, это такой тактика и получается, не знаю. Так, вали отсюда, вот. Нечего мне тут. Так, сожрал. Жри тыкву. Так. Да, зомбатаны очень тяжелый уровень. Я могу себе стрелку уже купить, ё-моё. Давай. Всё, наконец-то. Теперь получай. Получай на Донбасс. На Донбасс. На Донбасс. Ух ты, ну что же, на Донбасс. Скотиняка. Давай. Ой, еще одно солнышко. Так. Ну, давайте. Еще одно солнышко. Жадите. Все. Все, хорошо. Тут орехи очень нужны. Не убейте моих арбузов. С ума сошли. Ничего себе ты прочный. Я так с трудом копил. У этих арбузиков они вот такие вот. Так, надоели. Не жить. Это взывать. Взывать хватит, кому сказал. Так, последняя волна. Это не земли, это зомбатаны. Ладно, не буду я к ним придираться. Если они будут зомбарями. Троих эпик. Троих же делать. Так. Ладно, ничего. Мы уже все равно выиграли. Это тяжелый уровень, действительно, был.
Все. Еще одна награда наша. Опять мини-паки. День, ночь, бассейн. Так. Бонусные игры. Ладно, начнем с тебя. Так, я не был бы таким уж сложным, я даже без арбуза этот уровень пройду. Пошли. Я шок цветочный посадил. Ре-та-ре-та-ре-та. Почему я не могу посадить это растение в траву? Может, надо было брать бум-гриб? Пирожок. Так, собираем патроны. И снижаем горохострел. Типа это начало, да? Типа начало. Солнышко. Так. Так.
Ага. Сам просто так горшок сметаны. Так. Все. Скоро мы выбираем этот сценарий. Упал прямо на горшок. Прямо на горшок упал, ё-моё. Так, ладно. Мы их всё равно убили. Или поэтому... Пошли они вон. Так. Где? Баба. Так. Так, не, я думаю, что это обычное. Даже это не выживалка. А, вот это мини-игры. Так. Тут все открыто. Так, вам это тоже не сильно будет интересно. Да не, вам это тоже не сильно интересно будет. Потому что вы это уже видели. Это тоже, это было. Это что еще? Не, это было. Это было в приключалке. Если не найду что-то интересное, буду заканчивать. Я нашел всякие уровни. Мне интересно сейчас. Нет, не то. Quick play. Так, это у нас то, что у нас было. Так, ладно. Давайте бег. Я нашел эту жифань. Ночь, бассейн, туман, и бесконечность.
Ладно, давайте один режим пройдем. Или нет, давайте в следующий раз, потому что я сегодня уже устал как-то. Поэтому я думаю, что по поводу завершения видео. Давайте поухаживаем еще за сад. А, они требуют удобрений. Так. Так. Ладно. Всем пока.